Всем добрый вечер, добрый день, у кого какое время суток. Вот вы видите, у меня сейчас в руке прекрасная гирлянда из магазина Fix Price. Сейчас я показываю покупки из этого магазина. Также немножко покажу заказ Wildberries интернет-магазина. Поэтому будет видео как бы из двух половинок. Вот смотрите, какую я гирлянду купила сегодня Fix Price, увидела в обзорах. И смотрела специально на витрине, чтобы вот не пропустить такое чудо. Видите, в этом году нас порадовали такой гирляндой. В прошлом году были домики красные и белые, тоже я покупала. Очень приятно будет на стол положить, вот, и улучшать настроение себя, готовить к Новому году. Если вот так вот немножко посмотреть на эту гирлянду, уже становится как бы ближе к Новому году. Но сейчас, конечно, рано об этом думать, потому что октябрь на дворе. Но смотрите, какая красота. Еще такие бывают голубые Fix Price. Но у нас была одна единственная гирлянда. Хоть она стоит 299 рублей, но их все разобрали. Батарейки в комплект не входят, поэтому пришлось мне еще купить батарейки. Вот, но ради такой красоты стоило сходить. Я, конечно, ходила в Wildberries, думаю, зайду в Fix Price, может быть, что-то там тоже увижу такое красивое. И вот, пожалуйста, значит, такая гирляндочка. Буду на нее все время любоваться. Ну, не сейчас, а поближе к Новому году. Так, вообще бегала в Fix Price, знаете, думаю, куплю вот такие вот маски. Я уже покупала такую одну масочку с оливковым маслом и бергамотом, по-моему, у меня первая была. Кто не видел мое предыдущее видео, покажу. Здесь набор из 3 штучек. В этот раз вот у меня с органовым маслом. Блеск и питание окрашенных волос. По 30 мл в пакетике. Дело все в том, что очень мне понравилась одна масочка, которой я воспользовалась уже в этом месяце. За 55 рублей вот 3 штуки. Я побежала еще покупать. Волосы были у меня как после салона, после действия этой маски. Знаете, такие блестящие, напитанные. Я уже давно вот летом заметила, что у меня волосы ну, как-то огрубели немножко. Какие-то жестковатые, не блестящие. И я еще крашусь постоянно. Ну, в общем, после этой маски я вышла как будто вот... Знаете, они такой блеск приобрели, классный. В общем, я побежала еще, думаю, куплю такие, потому что было очень много. У нас прямо вот гора лежала, там видов несколько разных. И прибежала в этот сегодня, и только 2 осталось. Я скорее их схватила, пока они еще там есть. Я хотела вообще штук 5 наборов взять, но, увы, нету. Поэтому вот обошлась 2. Еще за компанию взяла, уж что-то я думала, раз мне не досталось, возьму вот такую маску. Гиалуроновая кислота, сок граната, ламинирующая с фитокератином. Тоже фитокосметика, как и предыдущая. Подумала, что раз та хорошая, может быть, и это тоже меня порадует. Вот здесь написано что-то. Кому интересно, прочитайте. С гранатом интересно вообще вот составы. 100% органика. Такое ведерочко тоже 55 рублей. Так, сейчас посмотрю. Да, 55 рублей такое. Так, не знаю, увидит. Ну, я не знаю, что тут есть смысл. Инструкция по применению. Так, ну тут при попадании в глаза что делать? Ладно, что-то у меня сегодня фокус не хочет никак. Ой, я даже не буду пытаться. Мне почему-то сегодня телефон снимает без фокуса. Так что извиняюсь, кому это раздражает, кого. Вот, покажу следующую покупку. Это крем для лица восстанавливающий дневной. Это моя повторочка. В этом году я уже покупала такой крем для лица, тоже дневной. Купила еще ночной крем. Его я, правда, еще не открывала. Но этот я решила купить еще раз про запас, потому что у нас в Fix Price постоянно его привозят, быстро разбирают. Я вам советую. Очень нежный аромат, приятная текстура. Вот, показала бы, конечно, что тут сзади, но опять у меня тут не сфокусируется ничего. Я что-то сегодня не знаю, почему.
Что-то без фокуса буду вам сегодня рассказывать. Вот такой вот тюбичек. И что еще? Так, покажу сегодня еще покупочки. Такой вот чай зеленый, ТС Флирт с клубникой и так, с чем? С ароматом белого персика. Видно, не? Ой, да что ж такое-то? Ну, вот так буду издали показывать. Вроде здесь фокусируется. 25 штучек. Мой любимый из тест. Всякие такие зеленые чаи. Я уже купила два, но решила, ну, два разных. И третий вот, пока у меня есть фикс прайс такой чай, я думаю, надо брать, потому что у меня что-то все кончились. Так, чай сколько стоил? Чай у нас 55 рублей. Еще купила я пастилу вот такую вот интересную. На кассе взяла. Да что ж такое-то? Фруктовая пастила. Здесь малина. И клубника, да, получается. Так, сейчас я посмотрю. Фокуса нет. Да, листья малины, экстракт гибискуса. Очень интересно. Такая пастила. Френды какие-то. Господи, френды. Какие-то зверюшки нарисованы. 18.30 такая пастила стоит. Давайте откроем. Покажу. Все равно я в ближайшем обозримом будущем ее скушаю. Так, давайте вот так. Что-то, мне кажется, она прилипла там немножко. Такая. Ой, тоже такие штучки, как и в конфетах. Вы знаете, что я обожаю пастилу. Вот. Но с малиной у меня еще не было. Посмотрим. Тоже такие слайсы. Конфетки. Я такую люблю. Настоящая. Ладно, если понравится, куплю еще, схожу. Показываю еще, что купила. Сегодня вот эти вот батарейки я взяла. Тоже для вот гирлянды, которые я сегодня купила. И они стоили сегодня по акции 65 рублей по карте. Так они всегда 77 рублей были. Сегодня посмотрела, думаю, 65 рублей батарейки. Вот, поэтому взяла, конечно, тоже. Показываю еще новиночку. Вот такие вот у нас привезли ножи для масла. У меня такого нет дома. Закидают сейчас камнями. Эргономичная ручка. Нож для масла. Удобно вешать. Давайте вот сейчас откроем. Покажу без упаковочки. Вот такие. Ой, такой он толстенький, не гнется. Здесь, наверное, да, бороздочки делает. Интересная такая ручечка. У меня что-то такое уже было, по-моему, венчик из этой серии есть. Там еще была овощечистка такая с такой ручкой. Ну, я знаю, это такая целая коллекция с такими ручками. В общем, мне просто нож для масла, для сыра, им можно паштеты намазывать, знаете, такие. Так, 77 рублей я сказала, наверное. Еще я увидела подводку за 77 рублей. О, даже фокус поймался, интересно. Вот такая вот, черная. Не знаю, что за фирма. Была на кассе, лежала. Жан-Мишель, кстати, да, вот фирма. Производитель Жан-Мишель. Я как раз хотела заказывать уже либо Фаберлик, либо Вейвен подводочку, потому что тут праздники впереди. И вот тут на день рождения мы ходили, и я поняла, что моя немножко подсохла от Фаберлик. Так что буду рада попробовать вот эту. Очень вовремя. И Новый год впереди. Ну и еще одно день рождения у нас скоро, но неважно. Так, еще я увидела сегодня... Не знаю, как мне повезло. Я вечно иду и ничего не вижу. А тут вдруг вот от Фитобомб вот такие вот три крема для рук. По 50 рублей лежали. Так, попробую ближе. Не знаю, как бы мне вам ближе показать. Что у меня сегодня такое с фокусом? Ну, в общем, наверное, не получится. Вот этот с вишенкой. Еще раз. Пытаюсь, но что-то не получается, простите. Вообще жесть.
Ой, кошмар какой. Пора выбрасывать. Крем для рук от Фитобомб с вишней. Вот буду вот издалека. Дальше, следующий у меня с облепихой и с кокосом. Три штучки. Вот. Видно так хоть. Тоже не очень. Ну, давайте я прочитаю и вам ближе потом. Значит, с кокосом читаю. Супер крем для рук, бомбический эффект, увлажнение питания, гладкость и защита. Вот. Так, сколько тут грамм? 24 миллилитра. Интересная расфасовочка. Сумочные варианты. Вот такая же вишенка. Бомбический эффект восстановления, смягчения молодости, уход за кутикулой. Что-то у меня сегодня прям жесть какая. Вроде все заряжено. Не знаю, почему не показывает фокус. Так, и крем-масло для рук. Укрепление ногтей, сос восстановления кожи рук с манго и облепихой. Вообще классная штука. Вот. Ну, не знаю. Может быть, это от того, что у меня гирлянда светится на заднем? Нет. Вот представляете? Нет фокуса. Вообще жесть. Ну, вот тут, конечно, я поставила, фокус навелся. Давайте тогда попробуем вот стоя. Плохо они стоят на этих крышечках. Вот. Фокус поймался. Ну, такой тоже плохой. Не знаю, первый раз у меня такое с фокусом. Уже извиняюсь. Так, и на этом мои покупки фикс прайс все. Этот фикс прайс у нас Сергеев Посад. Вот чеки он, пожалуйста. Почему на креме не фиксирует, я не понимаю. Чек вот хорошо. Рядом поставлю. Вот теперь и это есть. И здесь фокус. Ну вот, извините, немножко задержкой буду показывать вот так. Кому интересно, покажу. Так, срок годности до 23 года, до сентября. Хороший. Вот теперь, видите, все есть, оказывается. Не знаю, от чего это зависит. Держу чек, чтобы он не расплылся. Все. Вот такие три кремика. Сумочный вариант. Я очень слышала хорошие о них отзывы. Поэтому купила, сразу не раздумывая. Было очень мало. Теперь я вам покажу, что я купила в магазине, интернет-магазине Wildberries. Не разбегайтесь, тоже будут очень интересные покупки. Так, первая покупочка. Патчи. И это мое первое знакомство с белорусской косметикой. Называется косметология, косметолог и я, Витекс фирма. Сейчас я опять у меня, я не знаю, что ж такое-то. Ой, девчонки, не знаю, так хотелось показать. Вот, сейчас я открою, покажу вам эти патчи. Но боюсь, таким фокусом немножко сейчас вот сфокусируется. Вот, гидрогелевый патч под глаза. Против морщин, темных кругов, отечности. Витекс, косметология. Не знаю, почему я купила. Захотелось мне познакомиться с белорусской косметикой. Все ее расхваливают. Вот такие патчи. Зелененькие. У меня закончились. Тут вот сыворотка прилично. Вот, смачивается. У меня даже брызнула на руку. Будем надеяться, что ее много. Вот, да, она даже промакивается. Вот. Давно хотела попробовать что-то из белорусской косметики, поэтому вот когда кончились у меня патчи, начала читать отзывы. Отзывы очень хорошие об этих патчах. Так, сейчас поставлю, чтобы вот фокус не уходил. Вот так. Так, 580 рублей, думаю, ну, вроде как недорого. Так, и следующая покупочка. Вот у меня, вот, представляете, как упаковывают. Раз пакет, два пакет. Это я взяла тоже из белорусской косметики спрей, сыворотку для волос. Совершенные волосы. Запаковали на совесть. Сейчас открываю. Здесь вот пупырочка, смотрите, еще раз все завернуто. Это ж надо, вот молодцы какие, да? Умеют же. Чтобы все не проливалось, хорошо так вложить. Так, снимала пупырочку, хотела все при вас как раз сделать. Вот, смотрите, какой красивый бутылечек.
Спрей сыворотка несмываемая для восхитительной красоты волос. Ну вот, читайте. Конечно, для склонных к жирности волос, но у меня не склонные. Совершенные волосы. Так, вот тут какое-то даже оглавление. Видимо, результаты. Целый список из 12. Срок годности очень хороший. Август 24 год. Попробуем. Перламутровый. Бутылечек. Очень-очень интересно. Так, а это что? Ха-ха, представляете, какой-то, думаю, что это такое за бумажка? Такой вот огрызочек. Представляете, так вот команда из Минска передает привет. Ну, не знаю, для привета, конечно. Ну, ладно, спасибо, привет так привет. Хорошо. Этот спрей стоил 164 рубля. Дальше покажу. Интересная тоже покупка. Вот специально не снимала бумажку, вот так вот запаковывают. Я увидела новый скраб. Сейчас я вам покажу. Это из крымской косметики. Я ее всегда отслеживаю теперь на Валберес. Смотрю, как там цены. Этот скраб «Царство ароматов». Я увидела цену, мне она очень понравилась. 369 рублей, представляете, это за 400 миллилитров. Это очень выгодная цена. Ванильный грейпфрут и... Что тут пишут? Разглаживающий эффект. Причем там разные продавцы, и я выбрала такого, что на 100 рублей дешевле, чем у остальных. Думала, может, тут, ну, там кто-то писал, что коробочки залиты, но не знаю, я рискнула. Немножко разорвалось, но это наплевать. Показываю, как выглядит сам скраб. На него были шикарные отзывы. Смотрите, какой он красивый. Так, тоже, смотрите, срок годности хороший, еще больше года, никакой оценки по срокам годности нет, не знаю, почему у этого продавца дешевле, попробуем открыть, если тут, ну, наверное, все зафольгировано, да, и отзывы классные, я надеюсь, что мне понравится. Вообще, я хочу все скрабы крымские от «Царства ароматов» попробовать. Ну, это, конечно, очень дорого, поэтому вот пока чуть-чуть. Так, немножко подниму. Так, поэтому сейчас вот покупаю пока, когда вижу очень хорошие цены, сразу беру. Так, следующая покупка в Wildberries. Это вот уже у меня три. Вот, не знаю, как вам показать. Так, придется все двигать. Так, немножко подвину, все в сторону беру. Вот, представляете, как всегда. Смотрите, пастила, огромная-огромная коробка. Была в слюде, здесь я сняла. Тоже красиво так все упаковано. Я такие уже брала на Озоне. Вот, поэтому здесь только 2 килограмма. Вот эти вот голубые, самые вкусные, с грушей. Но кто любит, тот поймет. Я теперь просто увидела цену. Сейчас они по акции, там 50 с чем-то процентов. И в Wildberries было выгоднее взять, чем на Озоне. Поэтому 717 рублей за 2 килограмма – это шикарная цена. В общем, я скорее взяла. Так, закрою. Нет, не закрывается крышечкой. И сейчас я на эту коробочку вам покажу следующую покупку. 923 рубля. Так, вот сверху покажу. Это набор органайзеров для чемодана. Вот, там 6 штук. Сейчас покажем. Тоже вытащу. Производитель вот такой, Kidrix. Стоил набор 923 рубля, была скидка на фиолетовый цвет. Есть еще разных цветов, там и красные, и серые, и желтые. Я взяла, но они все стоили где-то примерно на 100-90 рублей дороже. Пришлось вот брать, ну не то, что пришлось, на фиолетовый была цена ниже. Поэтому, так, давайте я пастилу уберу и вам покажу, как это все устроено. Я собираюсь в отпуск уже. Кто любит путешествовать, тот поймет, что надо собираться издалека начинать. Вот, смотрите, такие вот косметички. Две маленькие.
Вот размеры сейчас еще здесь, наверное, есть. А, нет, размеров нет. Вот. Две вот такие. Вот очень хорошие молнии. Работают классно. Такие. Вот. Два маленьких. Дальше. Два побольше. Но не смотрите, они вот очень распрямляются и становятся такими большими достаточно. Вот. Молнии все проверила. Все хорошо. Мне нравится, что здесь они прозрачные. Можно положить там нижнее белье, купальники, в шкафчик так и сложить из чемодана. Вот смотрите, какая красота. Они даже могут использоваться как косметички. Вот в этот очень много, это вот самые больших два. Посмотрите, какие, сейчас я уж не знаю, как отъеду немножко. Беру вот эти поменьше. И вот они большие, огромные. Тут вот. Дальше как. Вот. Очень большие такие. Продолжаю, немножко отвлекли, тут кто-то решил мне позвонить, не знаю, спам, не спам. Вот видите, такой большой органайзер, здесь у него даже ручка, можно вешать, можно ходить, можно куда-нибудь на рюкзак прицеплять, но я не знаю, нужно ли это. Вот, он очень толстый, вместительный, в чемодане, несколько штук таких можно уложить. Вот такой вот красивый. Я, конечно, если бы была цена одинаковая, выбрала бы, наверное, ярко-желтый, но такие тоже хорошо. Так что вот 900 с чем-то рублей, 923 рубля точнее, за вот эту вот гору органайзеров. Считаю, что это очень выгодная цена. Поэтому, девчонки и ребята, если кто-то собирается в отпуск, очень нужная вещь. Я думаю, к лету это все подорожает, конечно же, потому что сейчас скидка. Вот, поэтому я и взяла. Ну, все, на этом я прощаюсь с вами. Всех вас жду на следующее мое видео. Не знаю, когда они выйдут, но, наверное, не так долго ждать, потому что я в магазины хожу часто, заказываю тоже часто. Смотрите, как ярко горят огоньки. Вот. Ладно, всем прощаюсь, со всеми прощаюсь, вернее. Хорошей вам погоды, хорошего настроения, хорошей зарплаты и хороших покупок. Всем пока!